Всем привет, с вами Гвинблэйд, и мы продолжаем играть Dragon Age Origins. И я установил мод на взлом замков силы, блять. Нахуй меня это заебало. Уже сбегал в этом на перекрестке, все сундуки собрал. И пора в Take Artan. Узнаем, что там за залуп творится. Клянусь сосками моих прабабок. Это же Take Artan. Охуенно, блядь, сказанул. Вот не думал, что когда-нибудь увижу его своими глазами. Здесь повсюду следы Бранки. Она вечно, когда оказывалась в новом туннеле, скалывала со стен кусочки камня на равном расстоянии друг от друга. Проверяла состав породы. Нихуя себе, понял. Если бы она еще была здесь, она бы выставила часовых. А если они мертвы? Да ты сегодня просто светоч мысли, мать твою. Если бы все погибли, тут остались бы следы боя, правда же? 3 с лишним сотни гномов не могут раствориться в воздухе. Я и сам не мог... Как бы тебе сказать, Огрен, тут-то, бля... Нихуя себе, Мурик, ну-ка съебалась, на разведку побежала. Порождение тьмы жрут нахуй трупы. И мародерством занимаются. Ух, что я бы с тобой сделал. Уф, опять оно на меня таращится. А, блядь. Ой, я что, сказал это вслух? Огрен, блядь, не испытывай судьбу. Я говорю, вон, к Шейре подойди. Нихуя себе, блядь. Пауки, блядь, запиздили на Огра. И трупецкий еще валяется. Нормально. Продадим это все потом. Доспехи обновим. Ссылку, кстати, на мод я в описание добавлю. Че, уёбки? Ай, дайте. Да, получары, блядь. Тейговый ползун, блядь. Самый... Ну, это нет, это еще не самый опасный, блядь. Дальше будут опасные. По-моему, которые порчи заражены, не порчи, а скверны, они, блядь, опаснее намного, насколько я помню. Ты чё, у нас за хуйня лежит? Бесполезные куски говна. О, ядовитый палку, типа вот этой хуйни, это опасно уже. О, нихуя себе, ну-ка. А ну-ка посмотрим. Ха-ха, его в паутину поймали. Шейла, ты можешь кирпич там метнуть, нахуй? Может, блядь. Ай да. Бам, блядь. Хо-хо-хо. Заебись. Фотографируйте меня, нахуй. Шейла, ты где у нас? И сотрясание. Бам, 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 блядь. Да вот, сука, кто побежал? Убейте его, нахуй. Там вроде ничего нет. А эти пускай развлекаются сами. Пойдем посмотрим, что там лежит. Могила воина какая-то, блядь. Кажется, я слышу ползуна, блядь. Кодекс обновлен, блядь. Это будет легко. Че, ребята веселятся там, да? Да, веселятся. Давайте постоим, посмотрим. Шейл, у тебя перезарядился навык? Перезарядился? Ну ладно, пошли, похуй, ждать, нахуй ждать. Гигантский ядовитый. А эти что, маленькие, что хотите сказать, блядь? Стой, сука! Блядь, вот тварь, а. Что еще здесь лежит? Толпецкий лежит, блять. Ладно, зато тут. Видите, какой. Блять! Польза, блять, от этого. От пауков. А, от порождения тьмы наоборот. Местная фауна, блять, нахуй, нашла себе еду, а это кто такой, блять, там. Крикун вожак, блять. А ты тварь, а?
А, он устойчивый, а мы нет, да, блядь, заебись. Карикун, вожак. Странный яд зато у него есть. Сундучок. Придется потом еще по... чертогу Джарви побегать. Сколько у меня выносливость? Ловкость, да, 33. Блять, опять поймал, сука. Ну ладно. Паучок. О, слушай, паука. На-на-на-на-на. Кто помнит это еще, блять? Ах ты, сука, а. А могу обойти вот так? Могу, спасибо. А вот и мы. Тебе повезло, что у меня, сука, нет этого, блять. Если он его уебал, блядь. Ты бы еще разговаривал не только, кто там, блядь, опять меня. О, блядь, духи пошли, нах, заебись. Сейчас только сохранимся перед тем, кто пойти. И големы еще, да, блядь? Шейла, там твои родственники стоят, блядь. Голем, успокойся. Блять, ко всему устойчив. Упал, блять. Мы уронили его. Есть мужество, вы что, эти что ли, блять? Барды? На куски. Что-нибудь падало, блин. А вот голем упал, например. Маленький, чистый, что-то там. Пока инвентарь позволяет. Электрический. А брони новой нет, да, вот у тебя... О, нихуя, тело сражения, нужно улучшить. Сундук. И палютина. Что может быть банальнее? Много. Блять, не видно. Видите, глаза у меня великолепно светятся, блять. Эээ, кто же, кто бы сомневался, блять. Заебись. Меня этот, блять. Связали. Все, что ли? Рук! Ебать! Тихая, спокойная деревенька. Но внешнему облику верить не стоит. Да? Ну, видишь, абериген здесь же. А, блядь! Рук! Тут для вас ничего нет. Это мое. Я это забрал по праву. Кто ты? Ты пришел за моей собственностью. Все вы наземники одинаковы. Воры и головорезы. Я первым это нашел. Фу, просто падальщик какой-то. Без него чище будет. Ты уходи давай. За тобой темные придут. Да, сглодают все косточки. Говорят, здесь выживают только те, кто питается трупами порождений тьмы. Кровь порождений тьмы ядовита. Она жжется, когда проходит внутрь. Жжется! Это мое имение, не ваше. Глодайте свои кости. Ах ты, сука, ты с пауками подружился? Блять, я тебя убью, нахуй, я тебе клянусь в этом, блядь. Хоть и мы тебя и ищем, блядь. Ах ты, сука! Меня живут, блядь! Меня едят! Да, вот это твари, блядь, а. Дихофоса с собой нету, блин. Зато есть Шейла. Бам, блядь, кулаком, нахуй, придавило, блин. Пойдем с этим пидором поговорим, когда он нас пауков натравил. Нихуя, здесь лагерь. Славный наземник. Арзамар на куск.
И за что, наверное, должен признать, что шутка там остается. Где-то здесь? Нет, не в этой локации, блядь. Так это другой, блин. Чё, тварь, дай поговорим-ка, блядь. Убирайтесь, это моё. Всё добро, что тут есть, моё. Ты уверен? Это лагерь Бранки? Это моё. Я его нашёл. Я прогнал ползунов. Теперь оно моё. Ты прогнал этих? Какого, блядь? Пауков? Ты не возьмешь ничего, Рука. Ты не возьмешь этих блестящих червячков и эти милые камни? Так. У тебя есть самоцветы? Вот. Ты пришел с... Ебанутый, блядь! Я же должен поговорить хотел, но хусим. Я тебе обещал, что я тебя убью, но... Это будет легко. Сапфир. Ага. Отыскали мы твою шинишку ёбнутого. Похоже, этот стервятник живет в старом лагере Бранки. Видел ты отметины на полу? Здесь когда-то жило множество народу, и костров разжигали немало. Теперь я знаю, что ее здесь больше нет. Она ни за что не позволила бы спать в одном лагере с собой, такому ничтожеству. Твоя жена тебя еще нахуй не убила бы, тебе с ними. Записки Ахтаны, там, по-моему, тут в библиотеке бабя дать, на. Как вообще вместе, бля, орган, ты же алкаш, блядь, конченый, на, при том еще. О, опять, смотрите, блядь, паутина и сундук, что может быть? Жесть, нет. Давай, тварь, блядь. Там призраки еще один. Какой себе статуя, блядь. Статуя! Камень. Духи при... Бля! Прям в ебало прилетел. Они довольно жирные, нахуй. Сука, иди сюда, блядь. Шива, уеби-ка его кулаком, а вот, вот, вот так. Здесь он живучий, нахуй. Блядь. Книга. Не кредина, хуя. За дело! Большой чистый чего-то там, блять. А у нас такой есть. Короче, там уровень-то повысится, шел. О, почти повысился. Так, давайте-ка сохранимся перед этим местом. Приступим. Для того разбить пенка. Ага, положить части тела на нихуя. Я обнаружил мое укрытие. Говори, что тебе нужно. Чего ты ищешь? Мести или награды? Угу. Я убью тебя, нахуй! Дрался я не из трусости, а удобства ради. Желаешь биться, так и получишь бой. Давай, сука. Демон ебаный, блять. Чудовище стильно. Уярим его всем, чем можем! Ой, что это он сделал? Он, блядь, здоровая тварь, а! Тяжело, ладно, доспех. А Морриган его сажала. Так, стамина восстанавливается, и там стоит уже големчик, блядь, и на том мосту големчик стоит. Проблематично! Должен я сказать. Блять, строит, а, блять, это пиздец. Сейчас, а куда весь камень они вывозят лишний? Спасибо. Я верил в тебя, нахуй. Еще тот прибежит на.
Кто-то орёт нахуй, блядь. Лилианы вроде с нами нету. Как вообще эту тварь можно убить нахуй, блядь, мечами, я не понимаю. Надо взять кирку, блядь, и ебашить его, блядь, пока он от него кусочки не отвалится. О, Шейла, заебись, поздравляем тебя. Нихуя себе, пожирание. Ты что, у нас этот, что ли, нахуй? Я забыл, как называется этот класс, блядь. Он сейчас скинет, да, что-нибудь, блядь. Не кидай, сука. Бам, я поебал, блин. Ах ты, гандон, иди-ка сюда, блядь. Что, тормозишь? О, нихуя себе блокировал. Шейла ему ебучку сломала, ничего страшного. Так, Шейла. Тебе на телосложение качать, блядь. О, порыв смерти, заебись. Это нам и надо. Так, нет, не это, я хочу Шейлу переодеть. Большой. Вот тебе, блядь, ледяная хуйню. Основку подадим. С этим луком, по-моему, поторговать можно было, сука, я его убил, блядь. Ах, ну ладно. Чё это? Ну-ка, сейчас проверим, блядь. Заперто, оказывается. Не заперто, оказывается, блядь. Как пожелаешь. Сукина. Получается, мне сейчас надо только силу качать до максимума, блядь. До 45, по-моему. Я, блядь, знаю, что за дальше, что за локация будет поганая. А вот они, скверный паук, вот эта тварь конченая, тоже я ничего больше сказать не могу. Если они сейчас ебались наверх. Идите сюда, блядь, Шейла, ну-ка метни в них камень. Скоты, блин. Кто у нас? Морриган! Красавица наша. Так. Давайте его уволите по максимуму. Что у нас дальше там может быть? Такую какую-нибудь пакость тебе может какую-нибудь? Да ты 4 магии нужна, да? Тводящее ядовитое испарение. Ага. То еще пошу-то давай. И магию еще надо прокачать до 40 хотя бы, да? О, я ненавижу это место, блядь. Скрененный паук, еще и генок эмиссар, сука. Ну-ка иди сюда, блядь. Там что стоит, смотрите-ка на. А, меня едят! Шейла нахуй! Меня едят, блядь! Что-то на Шейлу кинули, но. Ах ты гандон, а, блядь. Вот тебе меточку. Вот тебе это. Потом вот это. А, дальше стамин нету. Верно. Сапилы. Блядь, скверно нас заразили. Пошли дальше, пиздиться. Ай да, спускайся, знаешь, что ли? Вот эта тварь, блядь! Ты съебалась, сука! Вы заебали. Вот она, тварь, блядь. Ну-ка, стой нахуй. А, меня едят! Я умер. Или нет? Пей! Мне похуй как, но пей! Бей нахуй. Да блять, я только атаковать ее стал, а? Надо метку на нее кинуть. Вот тебе двойной урон, блять, тварь. Сука, а?
Давай, Шейла! Пуши их! Блять, опять меня едят! Ну убить ее нахуй, блядь. Пушка скверная. Да опять съебалась, а. Это меня больше всего не бесит, блядь. Скотина, а, блядь. Я тоже устал. Где она нахуй? Спускайся. Осталось немножко. Давай! Заебись. Отдохни нахуй. Скотина, блядь. Так, тебе надо 45 силы и все. Это максимум, тебе больше нахуй она не нужна. Так, давайте-ка я сохранюсь, блядь. Что-то мне неохота случить того, если игра вылетит. Нихуя, нихуя. Безупречный, нужно 32 силы. Это уже безупречный 32 силы, блять. Телосложение, точнее. Не хочу я заново с ней пиздиться, если у меня сейчас опять игра вылетит, нахуй. Сундуки. Не заперто, надо же. Как все сундуки не запертые стали, блять, появляться друг за другом. Дневник Бранки. Это похоже на дневник, обошка из-за напытнуться, выпирать пешок страницы, кажется... Теперь мы нашли тому, что наконец что ты была создана не в теге Артана, мы отправляемся на юг, в мертвые рвы наковальня где-то за ними. Слады говорят мне, что я сошел шума, что мертвые кишат поражение тьмы, что маяка погибли, успел найти наковальню, если вообще ее можно найти. Оставляю это здесь на случай, если они правы, если я погибну во рвах, возможно, кто-нибудь пройдет дальше и сможет найти наковальню. Ибо если она останется потерянной, потерянной останемся и мы, все мы. Если я не вернусь, и орган еще будет жить, скажите ему нет. Я только для него не хочу получить эти бумаги. Прощайте все. Ого, она тебе думала! Что ж, похоже, нам придется отправиться... Она любила тебя! Вы, Бранка, думала обо мне. Я знал. Знал, что она меня еще помнит. Милая моя глупышка. Че, Генус, блядь? От халявного опыта я не отказываюсь. Иди-ка сюда. Он уже и смеется, блядь. Ах ты, сука, а. Вот тебе, блядь. Каратель сбили, сука. Ну чё, меня едят! Шейла, дай ему пизды, пожалуйста. Блядь. Я так понимаю, надо опять серию завершать. Уже следующая локация будет. Я не хочу растягивать просто, понимаете? Это, я думаю, правильно. Конечно, растягивается, получается, больше количества серий, но куда деваться. Ну что ж, давайте на этом прощаться. Я сейчас пойду метнусь на глубинные тропы. Там. Сбегаю в лагерь Бранки. И узнаю. Ебать, так далеко, смотрите. Так что спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока. Я пошел сундуки взламывать.